Сейчас будет номинация «Стикеры». Стикеры, которые используются в Telegram. В ней участвовало достаточно много людей. И судьи – это Саша Бобров, Артем Лукин и я, Кирилл Кикий. Первым у нас будет Демьян Демьяненко. Его стикер-пак называется «Мопс в украинских руках». Мне нечего рассказать. Взял картинку, когда решил поиздеваться и решил из этого сделать стикер-пак. Интернетский. Стикер-пак мистер Мопс. Мы решили на ним изрядно поиздеваться. Я делал стикеры, но не знал, как их сделать, просто решил поиздеваться над ними. Да, у тебя получилось. А можно задать несколько? Следующий – это Денис Заренко. Его стикер-пак называется High Adventure. Это персонаж его игры. Ну, Миша уже все сказал, мне нечего говорить. Можно только посмотреть. Планировал сделать 15, но где-то в 12 часов ночи ко мне пришло вдохновение, и теперь их 20. Хорошо. Спасибо, Андрей. I'm in the studio cooking up music cause I know I never got time to waste. This is a decision I gotta make. Made it here, I can't stop now. Had to make